Аллилуйя! 133-й псалом говорит: «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Благословите Господа ныне все рабы Господни. Здесь есть рабы Господни на этом месте. О, твое предназначение сегодня благословлять Его имя. И когда ты будешь благословлять Его, Слово Божие говорит: благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Аллилуйя. Давайте восплещем Господу. Давайте воскликнем Ему. Аллилуйя. Слава тебе и хвала наш Господь. Слава тебе и хвала наш Бог. Ты достоин, святый, ты достоин. Буду славить тебя, мой Господь. Благословлю тебя и в пути испытания, через боль и страдания. Буду славить тебя. Каждый дар я возвращаю.
только Ты один. Будь превознесен, Господь. Аллилуйя. Начальство, превыше власти, Ты воссел на трон.
троне, Иисус победитель, Иисус победитель, слава, слава Тебе, слава Тебе, Господь, за победу Твою. Теперь я жив.
За то, что Ты сам телом своим вознес грехи наши на древо, чтобы мы, избавившись от греха, жили для правды. И ранами Твоими мы исцелились. Господь, благодарим Тебя, Иисус. Ты Царь славы. На этом месте Ты Царь славы. Ты тот, кто так сильно возлюбил нас, что пролил кровь свою за нас и кровью своей искупил нас, Богу. Иисус, мы в благоговении и почтении пред Тобой стоим, Боже, в присутствии Твоем, чтобы еще воздать Тебе благодарение за тот подвиг Голгофский, который Ты совершил ради нас. Претерпел казнь, был мучен за беззаконие и грехи наши. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, наш Господь, Спаситель. Благодарим Тебя. О, как велика Твоя любовь! О, как велика Твоя любовь, Господь! Как велика Твоя любовь! Боже, пусть каждое сердце на этом месте еще и еще переживет Твое прикосновение, прикосновение Твоей любви. Пусть тот, кто чувствует сегодня себя отверженным, разбитым, отчаянным, пусть переживет Твое прикосновение, прикосновение Твоей любви, Твою заботу, Твою теплоту, Господь. Мы просим Тебя.
все тебе спасибо.